Несмотря на то, что с 2018 года в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета больше не будет бюджетных мест, Алия Сабирова, Сарина Сахапова и Инделя Хусаинова все-таки нашли способ обучиться по профилю «Новые национальные медиа» абсолютно бесплатно. Такое достижение девушкам досталось не только благодаря везению, как могли бы сказать многие, но и упорному труду и, конечно же, таланту. К своей цели девушки шли целенаправленно. Для этого Алия, Сарина и Инделя, как и многие школьники, приняли участие в творческом конкурсе на соискание гранта от телерадиокомпании «Новый век» на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета, который стартовал 5 апреля 2018 года. Никогда не люблю и не любила загадывать на будущее, но в душе все-таки была надежда. И теперь я здесь, перед вами стою. Ощущение не передать словами. Действительно, я очень рада, когда мне позвонили из ДНВ, сказали, что я победительница, я сначала даже не поверила. Глава телерадиокомпании отметил, что одним из главных условий контракта является то, что победительницы должны показывать хорошую успеваемость, стремительно расти в выбранной профессиональной деятельности и держать связь с редакцией. В противном случае контракт будет расторгнут. Принятые условия договора директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета также отметил весьма справедливым. Как нам рассказал Леонид Толчинский, все это поможет стать победительницам специалистами высокого ранга. В данном случае компания-заказчик хочет, чтобы те люди, в которых она вкладывает средства, ресурсы, росли не только во благо этой компании, а вообще стали большими профессионалами с большими карьерными амбициями. Также Ильшат Аминов заверил присутствующих, что конкурс на соискание грантов на обучение в КФУ прошел первый раз, но не последний. И теперь стоит подумать над проведением уже следующего конкурса на будущий год. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.